Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 2 мая, 7 утра, 15 градусов. Сегодня еще днем будет у нас 22 градуса, но будущая ночь, которая вот будет сегодня, будет уже 5 градусов всего. И вы видите, что ситуация в огороде у меня опять изменилась. Я их то открою, они солнышком дышат, то открою, дождик мне нужен. Вчера я уже начала их запаковывать. Готовлюсь к похолоданию, которое будет 3 дня, 3 ночи, 4 градуса, 5 градусов. Сегодня будет 5. Завтрашняя ночь будет теплая, 11-12 градусов. А с понедельника, понедельник, вторник и среда будет ночь 4 градуса. Конечно, это прохладненько для томатов, поэтому я уже начала их накрывать. К этим нетканкам, которыми они были закрыты. Помните, я говорила, что только от солнышка, от ожогов солнечных, я добавила полиэтилен. Потому что именно полиэтилен создает вот этот термостоннель. Он не дает развеиваться дневному теплу. И днем они нагреются. Вот сегодня, например, буду открывать только торцы, чтобы не было жарко. И то закрою их пораньше. Днем они там саккумулируются, у них тепло. Я их хоп, прихлопну часов в 6-7. И вот эта ночь плюс 5 для них будет нормальной. Пока буду, ну как ближайшие 3 дня высаживать я не буду, потому что в холодные, ну как не высаживаю на холодные ночи. Но за это время, конечно, видите, уже здесь земля новая готовится, плантация. За это время можно мне, чтобы потом ускорить высадку, буду копать землю, буду также протягивать веревочки, размечать луночки. Можно заготовить все, чтобы потом буду 7-го массово вот этот вот квадрат весь засаживать, чтобы 7 числа выйти потом тык-тык-тык-тык-тык, быстро-быстро-быстро и все высадить. Пойдем дальше. Сегодня прочитала в комментариях вопрос, что когда ночная температура плюс 5, а дневные там 15-17, можно ли высаживать в теплицу? Вот смотрите, конечно, при такой температуре высаживать теплицу можно, потому что в теплице всяко делается, все равно за день нагревается теплее. И при плюс 5, при плюс 4 ночных, если там у меня прикрыты пленками и нетканками, здесь я прикрывать не буду. Тут будет нормальная температура, как я уже говорю. Нужно успеть только сохранить вот это природное тепло. Днем, когда здесь прогреется, я вечером пораньше, не как обычно в 9, а часов в 8 или в 7, двери уже прикрываю, чтобы не было проветривания. И тогда больше тепла сохраняется в ночь. Но при плюс 5 ночью теплицы не утепляю, не включаю ничего и не накрываю пленками. Хочу отдельно рассказать вот об этих томатах, которые высажены в очень-очень ранние сроки. Они были самые первые. Все уже цветут. И при ночных температурах 4-5 градусов их укрывать я не буду, хотя здесь стоят дуги. Я уже говорила, их буду укрывать, если бы прогноз был, например, 2 градуса, там 2,5, 3, 4-5 градусов, но кратковременные. Они же обычно под утро, 2-3 часа. Из-за таких температур их укрывать не буду, потому что это все сорта холодостойкие. И они такую температуру вынесут, ну, нормально. Из-за жары очень быстро отцвели тюльпаны. Ужас. Не дала природа им нормально порадоваться. Теперь все эти цветоносы нужно обрезать. Потому что если вот эту мы оставляем, как своим ходом, когда она засыхает, это очень плохо для луковицы. Очень много растения потратит времени на вот это, как сказать, на формирование, на созревание семян, которые нам не нужны. Мы же тюльпаны размножаем только луковицами. Если у вас отцвели тюльпаны, обрезайте немедленно сразу эти цветоносы. Не давайте истощаться луковицам. Когда мы вот это обрезаем, луковица начинает толстеть, начинает готовиться, ну, к периоду спячки, хранения. Ну и про эту теплицу, где у меня самые первые томаты, где уже взрослые, я, конечно, во время этого похолодания трехдневного, когда будет 4-5 градусов ночью, ничего не буду включать и пленками не буду закрывать. Эта температура нам не страшна. Вот ближе к нулю, когда будет, например, 0 или 1 градус, тогда можно чуть-чуть включить вот эти инфракрасные обогреватели, только в ночное время, чтобы чуть они подогрели. Все. Ну и в новой теплице у меня тут идет, как я уже говорила, совместная. Муж доделывает, осталось, прорезал вчера форточки боковые, осталось верхние как-то приделать. Мы, если честно, на них немного спотыкнулись, непонятные для нас сооружения. Тут я уже вчера высаживала, видите, баклажаны. Значит, уже лунки наметила, расставила те сорта, которые будут у меня здесь. Сегодня приду высаживать. Немножко, помаленьку. Мне тут много места не дают. Я им тут мешаюсь. Но я так наскоками. Они уйдут на перекур, я зайду. Раз, лунки доделаю. Смотрю, идут, я убегаю. Потом опять они куда-нибудь уйдут. Приду, перегной притащу. Теперь у меня еще объект один добавился, который буду показывать. Одновременно со сборкой вот этой чудо-теплицы, которую я в агрономе заказала, идет, конечно, уже подготовка грядки. Потому что у меня там, если честно, тоже получилось собрать не сразу. Я лицевую и изнаночную сторону не могла понять, где. Вот ждала, когда муж вчера освободится от теплицы, чтобы он мне как мужчина дал такой квалифицированный совет. Дальше продолжаю собирать, буду все это показывать. Я все снимаю на видео, потом смонтирую и общее видео покажу, потому что я один день одно сделаю, на следующий день другое там прикручу. Тоже оказалось не так быстро маленькие эти шайбочки. Но я хочу сказать про землю. Вот смотрите, я здесь показывала, делала видеоролик, когда здесь еще все валялось, была вот здесь малина, были тут лопухи. И я говорила, что эту пленку мы... Третий год она, короче, 2 года не снимали. В этом году пленку сняли, вот эту агроткань, чтобы почву перекопать, чтобы почву удобрить. И, скорее всего, я снова тут постелю агроткань. Но я за всю площадку сейчас не говорю. Я говорю про то место, которое я готовлю под чудо-теплицу. Вот под чудо-теплицу по ее размерам я уже отмерила. Она будет 1,60 м вот так в ширину. 4 метра будет в длину. Это как половина моей вот этой теплицы. И именно на этом месте вчера, пока была возможность, здесь все мои родственники собрались, снохи, сыновья. Я попросила, они мне принесли перегной земли, чтобы мне потом ускориться. И вот здесь мне осталось добавить только удобрения. Какие удобрения буду добавлять, я вам, конечно, расскажу. Или тут в лунку буду добавлять, или вот так просто рассыпать. Это не важно. Но после того, как 2 года была закрыта земля, и я ничего туда не вбивала, вот первое, что я добавила, это новой земли полевой и перегной. Но это просто потому, что у меня все это есть в наличии. Вот здесь будет стоять как раз это чудо-теплица, потому что это место у нас... Самое солнечное. Вот сейчас выйдет солнце, и оно вот так, как идет, так. И до 5-6 вечера здесь жарко. Здесь так жарко, что у меня 1 год после высадки сгорела рассада. Мы высадили как в обычные сроки, в начале июня, как мы высаживаем. И в это время как раз наступила такая жара. И грунт был сухой, не успевала я поливать. И рассада половина сгорела прям сразу после высадки. Поэтому я решила, что здесь вот это чудо-теплица, у которой вот этот тент, в котором томаты будут с притенением, тут есть самое место, потому что здесь у нас такое пекло. Но место хорошее, зато в другое время, когда в других местах там где-то тенек, холодно, тут уже припекает, тут растаивает снег, в первую очередь. И тут осенью допоздна плодоносят томаты, потому что здесь долго солнце. Вот здесь будет новая вот эта чудо-теплица. Видите, Надюша там уже проверяет, хорошо ли здесь будет. Пошли, Надя, домой. Хорошо, здесь будет чудо-теплица расположена. У меня вот с этой грядочкой беда, которую я только высадила. И сразу на следующий день начался вот этот ураган, про который я показывала, там береза тоже заламывала. И несколько, ну вот по всей длине прошлась я на следующий день, несколько томатиков сломалось, потому что они, видите, они уже такие высокненькие. Вот видите, вот так вот раз, какие-то прямо у корня, какие-то на середине. И вот как раз для этих случаев у меня есть и запасные, просто жалко, что подсаживать, они уже как бы прижились, все хорошо. У меня, конечно, для них тоже, видите, выставлены дуги по всей длине. И, конечно, я их тоже буду, постараюсь укрыть на тот период, когда 4 градуса. Потому что это у меня не те сибирские холодостойкие, тут уже всякие крупноплодные. И лучше бы их укрыть. Вот еще одна работа. Надо укрывать, упаковывать все вот эти вот две длиннющие грядки. Вот, смотрите, у меня здесь очень-очень много тюльпанов, у этих ландышей под вишнями. Видите, у них уже бутончики. Сегодня, может, тут поползаю, почищу. Будет потом очаровательное. Я вот сюда, видите, специально насадила много-много-много-много-много ландышей, чтобы как полянку типа создать, как в лесу. Но тут вишня вот эта очень активная, она же дает вот эти пасынки из-под земли, от корней. Каждый год боремся. Вырубаем все это. Мешает. Вот надо выкорчевывать опять. Потом покажу вам вот эту полянку ландышей. И хочу сказать еще одну новость, что у нас вчера еще не видела, сегодня посмотрела. Вся вишня расцвела, представьте. 1 мая. Это очень рано. Потому что если будет какой-то, ну, заморозок, обычно цветочки вишни, они повреждаются. И вишенок потом уже не будет. Может все это замерзнуть. Очень рано расклюнулись. Все, до свидания. Желаю вам всем такого же тепла, как у нас. Но я не думаю почему-то, что вот это раннее тепло, это нормально. Все-таки кое-что вылезло очень рановато. Ой, какое небо красивое. Птички поют. Ляпота.